находится на 11 месте. Они сыграли также 9 матчей, только не 9 проиграли, как мы, а 4 выиграли, 1 сыграли ничью и 4 проиграли. И здесь у нас быстрый гол. Первый раз наша команда забивает первой. И это у нас... В игру. Ротарелл Софт. Лоскутов с мячом. Это панна, если говорить. Наста обработал корявенько, но опоздал тоже не очень. Но я надеюсь, это первый и последний раз в нашей встрече. Не получается. Чё, правую ногу. Прессинг. Выход. 2-1. Это, наверное... Молодец! Умница! Волков получает мяч. Так, заброс. И получается сделать классную передачу. Ударил поворотом, конечно, не очень хорошо. Кто нарушил правила игрок команды Real Soft, но пенальти бьют нам и не забивают. Решение именно таких агрессивных в том плане, что подкат прям... Нога в ногу, там, вот это такого у нас нет. Сует еще одну передачу. Мне кажется, наверное, следовало бить, даже если бы он не попал по воротам. Мне кажется, это головой подаст. Седьмой номер Rail Soft. Хорошая подача, удар и... Мяч шел мимо. Ой. Как говорится, как принято говорить, или как минимум последний. Морально мы можем подсесть. И... И атака, атака, которая может сделать что-то равное. Нет. Очень необычная. На всех аспектах. Реально сейф. Никита Акулова. Добивание и оценка. Там вот это атака. Софта. Удар. Здесь хорошо. Смог обработать передачу. Здесь мы между ног Олегу Инкину. Пас. Центр и... Это точка у матча.